Быть врачом – мечта детства. Дарья Шабатина ни на секунду не сомневалась при выборе профессии. Уверенно поступила в Гомельский медуниверситет и также его закончила. Получив диплом, вернулась в родной Бобруйск. Теперь девушка – акушер-гинеколог. Признается, старшие коллеги приняли тепло. В профессию успела окунуться. Неделю работает на посту. О профессии акушера-гинеколога я подумала уже на третьем курсе, когда у нас начался цикл по акушерству и гинекологии, и, в принципе, я решила, что хочу стать этим врачом. Мне очень нравятся дети, и вот говорят, дети – это цветы жизни, но я считаю, что более даже важен человек, который приносит их в этот мир – это женщина. И мне нравится заботиться о женщинах, о детях. Молодые кадры не спеша вливаются в коллектив. Он здесь большой профессиональный. Роддом единственный не только в городе, но и для еще 5 районов – Бобруйска, Глузского, Кировского, Осиповичского и Клического. В год здесь принимают около 3500 рожениц. Создают все условия. Будущие мамы чувствуют себя комфортно. Возможны и партнерские роды. В самый главный момент рядом могут быть мама, сестра или подруга. Никаких ограничений. Человек, которого они выберут себе для психологической поддержки в родах. И такая женщина обращается к нам в учреждении, и после определенного перечня обследований и отсутствия заболеваний у партнера, этот человек может присутствовать с ней вместе на родах, оказывать ей психологическую поддержку в родах. Как правило, в большинстве случаев это мужья. Стационар рассчитан на 204 койки. В отделении 2 комфортных родильных зала. Оснащение самое современное. Оказывать помощь готовы всем из любой точки Беларуси. В роддоме есть спецотделение. Принимают в нем недоношенных малышей. Здесь работают настоящие профессионалы. В помощь современная техника. Инкубаторы, аппараты ИВЛ и все необходимые лекарства. Врачи общей практики, педиатры, офтальмологи, хирурги. С начала августа в учреждениях здравоохранения приступили к работе более 9000 молодых специалистов. Это выпускники университетов и колледжей, а также интерны. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.